Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, что надо сказать? Привет! Привет! Вы на канале? Да, и сегодня мы будем лепить куличики, изучать свойства материалов. Друзья, сегодня мы закрепляем понятие сухой-мокрый. Соответственно, у нас есть песок, правда, у нас погода сложная для этого закрепления. Будем считать, что он сухой. Вот, он более рассыпчатый, а когда мы его польем водичкой, вот у нас есть с собой бутылочка, он станет менее рассыпчатым, будет более мокрым. У материала будут совершенно другие свойства. Мы сейчас откроем. Давай мы сначала с тобой малинку слепим и циферку 9 из сухого песка. И посмотрим, как это выглядит. А потом польем водичкой. Давай. День. Водичкой потом, давай. Давай, берем лопаточку. Давай девятку наполним песком сухим. Вот он, наш сухой песок. Мы начинаем засыпать. Так, Дин, давай я девятку, а ты давай малинку. Насыпь. Не, давай переворачивай девятку и стучи по ней. Так, а постучать? Папа постучит. Папа, давай папа большой лопатой постучит. Давай. Так, давай теперь засыпем малинку. Малинку, тоже сухим песком. Давай, сухим. А ты, папе, будешь помогать? Будем лопатки посыпать туда. Держи лопатку, засыпь песка туда. Большой лопатой. Большой лопатой? Да, держи большую, засыпь большой. Так, сыпь в малинку. Ну, справишься? Давай. Сыпь сюда. Это все мимо. Давай, ладно, я тебе помогу собрать. Давай. Вместе с папой будем сыпать сейчас, правильно? Давай, оп. Ну вот, будем считать, что засыпали. Динь, давай переворачиваем и стучим тоже по ней. Переворачивай. И большой лопатой стучи, чтобы наверняка. Так. Ну-ка, давай я тебе помогу. Молодец. Давай постучим. Давай постучим. Не ножками. Постучи по малинке лопаткой. Сам постучу, да? Маленькая лопатка. На, держи, стучи. Ладно, я сам постучу. День, давай, снимаем две фигуры. Снимаем. Давай, я малинку, ты девятку. Вот, видишь, у меня немножко рассыпалась малина, потому что песок сыпучий. Сними с циферки 9 формочку. Давай, снимай. Застряла? Давай, папа тряханет. Давай, папе. Папа сейчас снимет. Вот, девятка у нас совсем рассыпалась, видите, друзья? Вот, маленькая у нас почти целая, а девятка рассыпалась. Это потому, что песок у нас сейчас сыпучий и сухой достаточно. А сейчас мы возьмем и в те же самые формочки насыпем мокрого песка и увидим, что изменится. День, и тебя это тоже касается. Давай, уберем эти формочки. Неси воду. Дэн, давай сейчас, иди сюда. В те же формочки сейчас насыпем песка и зальем водой. Давай. Так, открываем воду. Открываем. Давай, сыпем. Давай, я в малинку, а ты в цифру 9. Давай. Держи лопатку. Сыпь песочек. Давай, давай. Мы с тобой сейчас вдвоем быстренько засыпем все. Давай, сыпь. Друзья, видите, мы не только изучаем свойства предметов, но также тренируем моторику. Вот Дениске работают хватательные рефлексы. Плюс мы стучим лопаткой, держим ее правильно, да, Дениска? Вот, давай, заливай. Заливай водичку в песочек. Давай, давай, давай. Я тебе помогу. Отлично, хватит. Давай в девяточку теперь. О, у нас часть упала, пролилось. Давай, девятку поливаем. Ой-ой-ой, так, все, отлично.
Давай теперь переворачиваем. Сейчас постучим, как обычно. Стучи. Давай лопаткой постучим. Все, вода нам больше не нужна. Ты решил все слить до конца, да? Ну, правильно. Мы болото устроим. И у нас будет не просто мокрое, а болото у нас будет. Дин, смотри, снимаем. Снимаем. А теперь у нас, когда очень много воды, как вы видите, песок становится настолько мокрый, что он переходит практически в жидкое состояние. То есть есть среднее состояние, когда немножко воды добавляешь, песок становится таким твердым-твердым. Есть состояние, когда он рассыпчатый, и из него вообще ничего не получишь. И есть состояние, когда очень много воды добавляете в него, он становится очень мокрый, летает у вас на глазах. Видите, у нас не получилось ни цифра 9, ни малинка. Динь, что, у нас есть какая-нибудь циферка здесь? Нет, и малинки нет, правильно? Все потому, что мы очень много воды налили. Много воды, да, очень много. То есть надо находить какую-то меру. Динь, давай попробуем с тобой сделать нормальную фигурку, хотя бы малинки. Давай попробуем. Мы сейчас возьмем формочку. Давай вот это уберем с тобой. Нашу жижу. Давай расчистим. Помоги папе расчистить. Держи лопатку и давай уберем совсем мокрый песок. Вот, мы расчистили площадку. Сейчас мы возьмем формочку. Нальем совсем чуть-чуть водички. Как раз тут очень мало осталось. Прям совсем капельку. Давай насыпем песка туда. Давай, папа сыпет, а ты постучишь, правильно? Угу, Дэн. Так, папа насыпал, сейчас Динечка будет стучать. Давай, переворачиваем. Ну что, вытаскиваем формочку. Опа, друзья, смотрите, какая у нас хорошая малинка получилась. Все потому, что мы быстро перевернули формочку. Мы добавили совсем чуть-чуть воды. И хорошенько постучали, правильно, Динь? Мы изучали сегодня с тобой свойства материалов. У нас поработала моторика. Плюс мы немножко включили творчество и рассказали, как правильно лепить куличики. Быстро переворачиваем. Немножко воды, чтобы песок был не совсем сухой, а был чуть-чуть мокрый, правильно, Динь? Ну а с вами был канал Baby Go. Мы придумали для вас новые развивающие идеи. Ставьте нам пальцы вверх. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Ну а мы с вами ненадолго прощаемся. Пока-пока, друзья. До новых встреч. Пока-пока, друзья. Вот так вот.